Доброе утро, дорогие друзья. Совсем немного времени остается до наступающего Нового года. Завершаем новогоднее оформление наших сел и городов. 17 декабря на Соборной площади Дед Мороз зажжет новогоднюю елку, заработает почта Деда Мороза. Наши самые главные жители области, наши дети смогут написать самые заветные желания, которые, я уверен, Дед Мороз исполнит. Иногда слышу, что в Белгородской области не самая простая ситуация. Давайте все отменим. Не будем отмечать новогодние праздники. Но я думаю, что это неправильно, потому что жизнь продолжается. Поводы для радости должны быть. Мы отменили все закупки муниципальные и областные, которые планировали по приобретению новых элементов оформления населенных пунктов. Мы оставили то, что было приобретено в предыдущие годы, затраты сократили, а праздник отменять, я думаю, что это неправильно. Дети должны радоваться взрослые, и пожелать главного, пожелать, чтобы победа в будущем наступающем году, она пришла, чтобы мы все вернулись к мирному, счастливому развитию нашей страны. Я уверен, что так и будет. Всем доброго дня, здоровья и добра.